Здравствуйте, дорогие коллеги! Вы смотрите канал «Давай запишем», у микрофона Александр. Сегодня мы с вами будем знакомиться с мультирежимным микрофоном AKG-C44 USB, или проще AKG Lira. Устраивайтесь поудобнее. Сразу о применении. Благодаря тому, что этот микрофон способен выдать высокое качество звука с разрешением 24-192, что соответствует стандартам проектов 4K Ultra HD, а также 4 режимам работы для захвата звука, его можно использовать абсолютно везде. Это подкасты, видео для YouTube, стриминг, интервью, запись инструментов, голоса, двух голосов сразу, концертного зала, окружающей среды, ASMR и так далее. Сейчас давайте посмотрим на все, что у него есть, и после подключимся и что-нибудь запишем. А чтобы результат было с чем сравнивать, пригласим к речевому тесту еще и небезызвестный Blue Yeti Blackout. Ну а теперь все о Лире. Внутри находятся 4 капсуля против 3 у того же Blue, которые позволяют делать запись в любых режимах. Первый – это фронт, или привычнее кардиоидная направленность. Идеально подойдет для озвучки, подкастеров, влогеров, геймеров, вокалистов, записи акустических инструментов и веб-конференций. Второй – Front and Back. Это не что иное, как восьмерка. Данный режим особенно хорош для записи интервью, подкастинга, влогинга, записи нескольких музыкантов и для записи игровых звуковых эффектов. Звук будет равномерно сниматься с обоих сторон. Третий режим – Tight Stereo. Данная настройка использует 2 микрофонных капсуля для плотного стереоснятия и будет идеальна для записи инструментов, исполнителей, находящихся рядом друг с другом, и для записи любых источников с естественным стереоразнесением. И, наконец, четвертый – Wide Stereo, то есть стерео широкое. Этот режим обеспечивает значительное стереоразделение и глубину по сравнению с режимом Tight Stereo и исключительно хорошо покажет себя при записях коллективных и в окружающей среде, где требуется широкая left-right картина. И напомню ASMR-щикам, он тоже должен очень вам прийтись по душе. Режимы переключаются поворотом ручки сзади, и каждый выбранный подсвечивается своим светодиодом. Чуть ниже ручки выбора режимов находится регулятор громкости микрофона, а на передней стороне управление громкостью наушников и далеко не бесполезная кнопка Mute. Ну и последнее из осмотра – это разъем USB-C и выход на наушники на мини-джеке. Плюс возможность использовать этот микрофон не только с настольной подставкой, но и привязать его к обычной микрофонной стойке. Адаптер в комплекте есть. Кстати, что касается комплектации, то в коробке мы должны обязательно еще найти и 2-метровый USB кабель, а также регистрационную карту для Ableton Live Lite 10. И еще несколько нужных бумажек про гарантию, быстрый старт и т.д. А теперь, что касается дружбы микрофона с различными операционными системами и девайсами. Работает он со всем, что только придумано на сегодняшний день. Но есть некоторые нюансы. Вот они. Windows только от 8 и выше, macOS 10.7 и выше, Android от 9 версии, iOS от 10 и выше. Плюс адаптеры OTG для андроидов и Apple Camera для яблок вам надо обязательно иметь. В комплекте их нет. Ну и традиционно несколько цифр для общей информации. Частотный диапазон 20-20 тысяч Гц. Уровень звукового давления до 129 дБ. Выходная мощность на наушники 43 мВт при 16 Ом. Вес 1,3 кг в упаковке. Ну а теперь подключение и тест. Для этого нам ничего дополнительного делать не нужно. Устройство это plug and play, поэтому просто воткнулись и пишем. Использовать буду 120-омные наушники. После поделюсь с вами впечатлениями. We'll be right back.
АКГ – один из ведущих производителей акустических продуктов, таких как наушники, студийные микрофоны и другие устройства для озвучивания и радиовещания. Исследовательские лаборатории фирмы являются самыми крупными и хорошо оснащенными во всей Европе. Продукция АКГ широко известна и пользуется высокой популярностью в профессиональных кругах. АКГ основана в 1947 году в Вене. Аббревиатура АКГ является сокращением от немецкого «Akustisch und Kinogeräte», что означает «акустическое и кинооборудование». В настоящее время АКГ входит в концерн Harman International. Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось, и Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось. Пусть миром правит любовь, как было и так будет вновь, пока живут на свете люди. Миром правит любовь, и не нужно лишних слов. Так было и всегда так будет. Ну что, коллеги, ждем, как всегда, вашей реакции. Пишите, что понравилось, что нет. Задавайте вопросы, если они у вас появились. Мы обязательно ответим. Лично мне этот микрофон понравился. Работать с ним легко и просто. Отдача по звуку совершенно приличная. 120-омные наушники звучали вполне громко. На этом все, друзья. Спасибо, что вы с нами. И до новой встречи на канале «Давай запишем». Здравствуйте, дорогие коллеги. Вы смотрите канал «Запишем». Канал «Запишем». Режимы переключаются поворотом ручки сзади. Вот это надо уже. После поделюсь с... Еще раз то же самое. Все то же самое. А можешь показать их?